Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LifeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Чумовая пятница». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. «Папе снова 17» 2009 года. Вы хотели бы начать жизнь сначала? Отец двоих детей Майк О'Доннелл хотел бы. И вот внезапно ему выпадает волшебный шанс вернуться в родную школу Хейден Хай. Теперь Майк – звезда баскетбольной команды, мечта девчонок и одноклассник собственных отпрысков, превратившийся из нерадивого папаши в отличного друга. «Мальчик в девочке» 2006 года. Романтическая комедия, повествующая о двух соседях – девушке и парне, которые являются абсолютными противоположностями по жизни. Кроме того, они являются заклятыми врагами. Однако все меняется, когда однажды утром они обмениваются телами. Их реакция достаточно неожиданна. Поначалу они пытаются нанести вред репутации своему новому образу, но наступает момент, когда, заключив сделку между собой, они достигают небывалого успеха. «Дрянные девчонки» 2004 года. Проведя все свое детство в Африке со своими предками-зоологами, Кейди Хэрон решила, что знает все про правила «выживает сильнейший». Но закон джунглей полностью пересматривается, когда домашняя 15-летняя девушка в первый раз попадает в обычную школу и влюбляется в бывшего парня самой подлой девочки в школе. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание! До скорых встреч!